Здравствуйте. Здравствуйте. Вот представьтесь, пожалуйста. Я Валерий. Кто вы? Валерий. Почему ваша фамилия как? Емельянов. А почему вы приехали на эти игры? Я приехал в роли помощника. Так. Вожатым. Так. Помогаю вожатым во всем, чем можно. Вот, сам был участником игр. Были уже? 13-й год, да. Так. Вот, переболевший тоже. Тоже вот, болели, да? Тоже как сейчас, таким же детям. Как да. Сейчас? Вы это смогли победить? Вот? Я победил, да, я смог. И я желаю всем, кто сейчас в такой же ситуации находится, всем выздоровления. Только скажем. Верить надо, да? Да, главное вера. Это болезнь излечима? Это излечимо, все излечимо. Как вам те игры и вот сегодня открытие понравилось? Открытие замечательное вообще. С каждым разом все новые и новые эмоции, впечатления. С каждым разом все больше и больше позитива, энергии. Все очень круто. Еще будет у вас желание еще приехать, может быть, уже вожатым, не только помощником? Конечно, конечно. Я в следующем году хочу приехать уже в роли вожатого и уже полноценно заниматься этим всем. То есть всемирные эти часть. Детские игры, они будут жить? Конечно, будут. Чулпан Хаматова делает хорошие дела. Вот, она очень добрая, очень хорошая, просто нет слов, какие дела, какие поступки она делает. Это очень круто. Это пример для вас? Да. Вы тоже готовы делать такие поступки? Конечно. Ну тогда вам спасибо большое, удачи вам. Артём. Так держать.